Всем привет! Значит, поступила новая проблема от айфонов. С 11-й версии телефона теперь нельзя откатить на прошивку 10.3.3, так как она теперь не подписывается. Вот. И проблема, значит, следующего характера. Телефоны теперь не активируются. В телефоне в данном 5S была замена микросхемы памяти по причине неисправной микросхемы. Вот. Далее, значит, после прошивки на 11-ю версию. Сейчас я вам покажу, что здесь 11-я версия. После прошивки, значит, он теперь высвечивается вот так. Показывает серийные номера и IMEI. IMEI и серийный номер по чекерам, значит, сходятся. Пробуем активировать. Симка вставлена, сеть он видит. То есть телефон полностью исправный был до момента обновления до 11-й версии. То есть на 10.3.3 он работал. Далее русский, русский. Можете поднести какое-то тут устройство на 11-й версии. Это мы попозже попробуем. Возможно, он так активируется. Но вручную он 100% не активируется. То есть я уже пробовал много манипуляций. Ничего не происходит. Все. И так до бесконечности. Через сим-карту, через Wi-Fi, то есть без разницы. Не хочет он активируется и все. С чем это связано? То есть много тут кто в интернете бьется, что это проблема с серверами и так далее, и так далее. Значит, смотрите, чтобы проверить сервера, мы открываем ихнюю вкладку «Состояние системы» и видим, что на данный момент вот зелененьким светится это рабочее, желтое это неполадки. То есть активация устройства с iOS все исправно. То есть проблема, значит, следующего характера. Теперь те микросхемы, которые были заменены Nande на телефонах по той или иной причине, то есть по увеличению памяти, или она была неисправна, или еще какие-то причины, неважно. То есть теперь телефон в вечном, скажем, подвешенном состоянии без активации. То есть пользоваться им теперь нельзя. Таких телефонов сейчас принесут очень большое количество, потому что каждый второй телефон от китайцев рефовские, они с перекатанными микросхемами, с увеличенными памятями, ну и там много-много, значит, ситуаций. Как с этим бороться, пока мы не знаем. То есть вот. Вот такая ситуация. Если у кого-то есть какие-то мысли, соображения, поделитесь, пожалуйста.